Сегодня у нас 3 сентября 2018 года. Это утро уже. Время к 9 часам подходит. Вот Андрей Устинов и Теклюба Минаева подогнали своих коровок. Вот, вот они. Сегодня у нас спасет Виталий Калинников. Первый день, первый раз в жизни, говорит, пасет. Вот, а я у него как стажером буду. Владимир Пащенко. Ну все, туда на низ спускайся, на сам. И постепенно туда их направляй все. Ну мы их там подождем. Наша задача, чтобы они сюда куда-нибудь не побрели. В другой мир. Да, они могут и туда уйти. Дождливая погода, холодная такая, ну ничего, с Божьей помощью справимся. Вот это вот стадо пригнал Женя Ничук, он пошел, Евгений. Вот сейчас осталось еще барабаши что-то, немножко заопаздывать. Ну, время еще есть, 9-то нету еще. Вот так, брат, Виталий, вот так вдоль дороги иди просто, они сами направление поведут. Так, не торопясь. Вон видно, что алабайчик затявкал, значит коров выпускает уже у барабашей. Да, пускай, пускай, но сейчас барабашей дождемся. Вроде первые коровы появились. Вон возле техники у Игоря. Вон они выходят. Так, в развалочку идут, не торопясь. Куда им торопиться? Целый день еще рабочего дня. Здесь вот Малютинский дом бывший. Сейчас наш уже. Ну что, брат, расскажи о своем настрое на пасьбу. Да никакого настроя. Никакого. Я как бы настроился, наоборот, тебя, ну, от тебя опыт перенимать, так скажем. Ну, перенимешь, с Божьей помощью. Такое, знаешь, ну смотри, какая погода, пасмурная. Такой же и настрой. Ну ничего. Руки что-то замерзли у меня. А ты резину сними. Она же холодит. Да не, не знаю. Резина холодит. Это я сразу точно тебе скажу. Сейчас дождя-то нету, лучше двойные такие один. Тряпичные. Так нету, а он в любой момент пойдет. Даже бодаются между собой идут. Разыгрались. Не намерились силами еще своими богатырскими. Да я вам комментирую быков и говорю. Не намерились силами своими идут, бодаются между собой. То есть самое такое идет там, да? Самое. Ну да. Самые мощные опытная. Ребята, вон видишь, бежит он. Же, как барабан. Это мясистая порода, очень такие мощные быки, но спокойная. Да? А я наоборот думаю, что они такие будут. Не. У него просто мозгов не хватает, чтобы быстро что-то делать. Да. Он пока дойдет до него. У меня такой был раньше в детстве теленок, его сейчас уже зарезали, потому что он вырос. Вот. Он в развалку всегда ходил, в конце его подгонять приходилось. Он такой плотный, такой идет, разваливается сбоку на бок. Вот он, брат Игорь, барабаш гонит коровок. Да такой-то он ничего, он не страшен. Вот когда сильный ливень, тогда да, промок до нитки и все, и потом мерзнет ходи.
Вот такой он. Сколько у него коров? Раз, два, три, четыре, пять. Так и не сосчитать. Ну ты, брат, это, иди их там где-то принимай, что ли, впереди, наверное. Давай мне посох. Ну а когда один, то что? Ну сейчас, ладно, он сейчас он подгонит тогда, погонит. Давай мастер-класс покажи, я. Мастер-класс. Просто, чтобы они там не разбежались в разные стороны. Вот он наш новоявленный пастух. О, встал, затормозил. Он тебя первый раз в жизни видит. Они брата Виталия увидали. Скажут, что за пастух еще появился. Доброе утро. Доброе утро, брат. Все, иди сзади, принимай их. Потихоньку подгоняй. Батюшка выгнал барана? Нет, я не видал. Нет, будешь делать, а? Баранов нету. Нету, да. Ну мы задержим тут, подождем. Постепенно пойдем туда. Да, вообще даже не надо идти. Нет, надо, надо. Они сейчас там начнут расходиться в разные стороны. Пойдем. Мы их там удержим сейчас. Подержим пока. А он подгонит к тому времени. То есть задача такая, чтобы не давать им сильно в разные стороны расходиться. То есть они должны немножко как бы в стадии быть таким. Ну, на расстоянии друг от друга, конечно, чтобы они могли есть спокойно. Вот эти, которые сейчас с правой стороны, вон туда пошли, вот их это в левую сторону немножко заворачивай. Чтобы они туда не ушли. Мы в сторону лагеря пока погоним, а там посмотрим. Вот тут какие гигантские тополя стоят, мощные. Какие большие деревья, соковые, очень большие. У нас свои, тут тоже местные. Вот такой тополь стоит. Человека три только может обхватить его вместе. Сейчас управляет его. Уже входит во вкус, брат Виталий. Там сейчас это, брат. Вот так вот вдоль забора, и чтобы они на ячмень не ушли на поле. Постепенно так, не торопясь, чтобы это не спугнуть их сильно. Обходи с левой стороны их. Вот так вот вдоль забора, вот так, Глушковского, вот так, прямо туда иди. И чтобы они на поле не ушли. Иначе они в ячмень залезут там. Сильно их не гони, просто отгоняй от забора, чтобы они вправо уходили. И все. И вот примерно там за березку где-нибудь встань и смотри, чтобы они в сторону поля не шли. А тут они пускай идут сейчас. Их можно не торопить. Тут мы подождем. Сейчас Игорь Барабаш пригонит овечек у батюшки. Вот это. О, там даже он просвет есть. Солнышко на бугре.
появилась. Может, Господь и даст, тучки рассеются. Хотя вон там видно, что капает дождик, идет вдалеке. Ну все, слава Богу за все. Аллилуйя. Ну вон сейчас Игорь Барабаш подгоняет, брат наш, овечек батюшкиных, ну и своих тоже, видимо. Вот они. Чем мне овечки нравятся, что они всегда стадом ходят, своим гуртом этим. Вот они. Только одни лопухи у них, уши развиваются. Что интересно, одна как овечка куда направится, туда все остальные направляются. Спаси Христос, брат, все. Ну мне же надо его обучить, он же ничего, он первый день пасет в жизни своей. А то он их куда-нибудь угонит потом. Попробуй, найди его с коровами. Куда ты их погонишь? А хочу туда, он за второй мостик. Я ему просто, чтобы он туда на поле не давал ходить им. Мы туда сегодня погоним, вот туда, к березкам вон тем. Вот я ему попросил его, Виталия, чтобы он не давал им туда ходить, в ту сторону пока. Ну, там возле лагеря пройдут с правой стороны. И постепенно погоним, куда надо. Запах такой стоит, коровьего говна. Приятный, в кавычках можно сказать. Ну, а что вот. Мы видим библейский пример, сколько было пастухов, Амос, там другие пророки. О, кругом тучи, а тут солнышко. И мелкий-мелкий дождичка моросит. Господь как бы нам утешение дает. Все-все, брат, не гони сильно. Пускай. Сильно не гони, пускай постепенно идут. Там вот, по ходу дела, дождь идет. Синева. И не маленький, да. Тогда это сильно не гони, не гони. Мы, если что, это в лагере отсидимся, если ливень будет сильный. Пускай они тут пока едят. Может, ветер куда-то отгонит эти тучи. Где? А, ну да, вот вижу, ага. Ну такая слабенькая, ее плохо видно. Бывает яркая такая, насыщенная. Слабовато, конечно. Сейчас дождина пойдет. Ну вот так сзади идешь, потихоньку подгоняешь, которые отстают. Не, ну отсидеться это хорошо, но как ты мне мастер-класс-то покажешь? Ну, вместе же, еще до обеда, знаешь, сколько времени? Мы только вышли с тобой. Это, мне кажется, этот дождь будет все время. Нет, если ливень, он заканчивается быстро. Буквально там, может, с полчаса польет, если не меньше. Ага, видно, ну. Вон оно. Проясняется на небе. Вон там заходи, с этой, с левой стороны. Вон там вот. Возле крапивы. Вот так, брат, слышишь, вот так возле столба иди в ту сторону, и там встретишь их. Бычок, ну-ка, подтянусь. Отставать не надо. Ты должен вместе со всеми быть. Вперед. Шире шаг. Бычок. Подтянулся. Видишь, отстаешь от всех. Что это за лень такая? Идет, переваливается сбоку на бок. Не положено бегать ему, видите. Thank you.
траве, он солнышко светит везде. Сквозь тучи солнце проходит. Вот здесь вот проясняется. Небо такое становится светлое. А с той стороны вот идут тучи. Особенно вон там вот. Со стороны Южного пруда у нас. Это вот у Игоря барабаша ячмень тут еще. Уже назревает, хорошо так желтеет. Кое-где зеленый еще есть, но в основном уже желтый становится. Ну, вот так вот. Вот приходится иногда легкие пробежки делать. Потому что коров надо контролировать, всегда держать его в центре внимания, чтобы они тебе из твоего обзора не выходили. Они, ребята, иногда лукавые такие бывают, коровки. Чуть что, смотришь, уже бежит в другую сторону. Наш бывший лагерь там. Сейчас музей, комплекс называется. Для бедных лагерей. Крапива вон как выросла. Здоровенные коровки. Самое главное еще смотреть, чтобы они на территорию лагеря не зашли. Иначе они там начнут ломать эти наши кельи врагами. Они там насекомых кусают, они чешутся и разворачиваются. Они появляются. Не-не, не препятствуем. Просто надо смотреть, чтобы они туда не зашли. А вот, брат, на бугор можешь встать. Тебе легче будет смотреть на них. Всегда старайся, если есть возможность, повыше вставать, чтобы тебе видно было всех коровок. Где что делает кто. Ну и молитва, конечно, должна быть. Господь умудрил. Так, что сделать. Мы сейчас тоже пошли с ним, помолились. А? С тобой пошли, помолились, говорю, возле дома-то. Ну, сейчас им направление вот в ту сторону надо давать. То есть вот туда, чтобы не ходили они. Надо пресекать попытки, если пойдут в ту сторону. Он идет. Ну, то есть тут надо постоянно дирижировать, ходить. Когда собака-то есть научена, она проще ее послала, она завернула. Он, видишь, все, побежала сразу. Это не просто так. Везде с коровками надо глаз да глаз, внимание все везде иметь. Что у них свое на уме. Им где полегче, где повкуснее. Это в основном зерно, которое растет на полях. Запах их привлекает, и они туда идут. Хотя говорят, что у них не перерабатывается зерно. Даже выходит вместе с отходами. Почему им дают дробленку? Дробленое зерно. Травы в этом году, слава богу, много. Всю весну дожди лили, было прохладно, и трава шла спокойно. Так, ребятки, вы куда направились? Нельзя сюда ходить. Вот так, брат, это. Ходи, чтобы они здесь не шли никуда.
он, главный у нас бифштекс ходит. Породистый очень бык, большой, больших размеров вырастает. Еще молодой ему, года 3, наверное, еще или 2 ли. Все, все, брат, прорывается. Это не просто так все. Еще крапива мешается. Дебри эти, зашел я тут же. Не гоняет, ленится тут. Ну так-то, в принципе, тут травы хватает зеленой-то. Можно было, конечно, не гнать, но прогулка будет очень хорошая для коровок, для, для нас тоже. Он правильно пошел. Решил подогнать там, кто сзади отстал. Сейчас подходили вместе немножко. О! Уже посох применяет. Особенно начинаешь применять, когда они идут не в ту сторону, а куда тебе надо, рвутся аж. Приходится тут уже быть немилосердным по отношению к коров. Коровки, вы куда? Мы сегодня идем в другую сторону. Коровки. Самая удобная травка жевать. Удобненькая, хорошая. Это не выходит. В принципе, до дороги можно дать попастись. Да и так вообще по покосу пройтись, конечно. Уже убрано все. Догнал сзади и сразу раз возвращаешься вперед, куда они направление дали, чтобы все время их контролировать. Тут спать не придется, если хочешь, конечно, чтобы потом не бегать за этими коровами. Постепенно где-то можно свободу им дать в дозволенности, в рамках, как говорится. Ну да, немножко вот до дороги. Я думаю, можно пока. Подразнить? Подразнить. Обычно так, сзади подогнал их в нужном направлении и вышел сразу впереди, обходишь их и контролируешь, чтобы они далеко никуда не уходили. Чтобы потом за ними не бегать. Потому что они бывают, как начнут идти полным ходом. Бежишь, потом их заворачиваешь. Ну, глаз да глаз нужен. Здесь вот, где, что сложнее, вот здесь вот, то, что крапива высокая. В крапиве хоть может хоть теленок какой-нибудь там затеряться, хоть кто. На открытых пространствах лучше пасти. Вот видишь, тучи шли, раз и уже развеяло. Что, ты куда хочешь? В ту сторону. Сейчас он это, с дороги их сворачивай. Право. Вот. От лагеря отогнали с братом Виталием. Там лагерь. И подогнали коров сюда вот. К водопою.
здесь вот, вот этот наш костровый пруд. Вот у нас слив здесь, на котором мы работали недавно. Вот здесь вот. Брат, Виталий! Вот так вот иди, чтобы они в ту сторону направлялись, вон в ту. Вот показать тут вот бобровая норка есть. Ой, вот домик. Катка, вернее, как говорят. Норка. Норку это он делает в береге, когда. Вот здесь вот какая она мощная. Сооружение сделано. Был бы я в болотниках, я бы поближе подошел показать вам. Так я не подойду, конечно, тут сразу начерпываю собаки себе. Вон такое. Ну, где-то чуть больше метра, наверное. Мощное такое. Натаскал он тут камышей, веток, видимо, различных. Господь дает погодку хорошую, такую прохладную в то же время, и дождя нету. Это само то меньше и потеть будут, будешь когда бегать. Тут-то что не пасти. Вот я когда на Урале жил, там у нас сосновый лес в основном. Вот. А там сложнее, когда через лес прогоняешь коров, куда-то выгнать их на покос какой-то, на паскотину. Все на виду у тебя. Ну, только что где-то в кустах там крапива не застрянул. То есть здесь намного удобнее пасти. Брат, когда хочешь коров гнать, всегда задних старайся подгонять, чтобы они от передних не отставали. Именно когда перегоняешь. То есть... А? Ну посчитай. Я 38 насчитал. Ну надо более точно, чтобы точно знать, сколько чего. Сколько кого, как говорится, коров этих. Небо грозное такое, кажется даже низким, что легко может дотянуться до него. Вон Игорь Барбаша, телега оставлена в поле. Вот. Они зерно на нем возят, горох возили, видимо там еще убирать будут. Сейчас вот дождик пока помешал. Вот так вот. Ну, что ты встал? Вперед! Шевели своими копытами. Божье творение. Вот так вот. В каждой работе нужен навык. Ну и, конечно, без любви к работе будет сложно все делать. Какая-то птичка, что ли, лежит мертвая. Не знаю, или это деревяшка просто какая-то. Ну, похоже, что птичка. Ну все, пошли, вперед. Второй шаг. Коровки, вперед! Вот так, когда ходишь, это называется челночным методом. Туда-сюда.
Как вот Игнатий говорил, что собака бегает телоночным методом. Твое место в основном всегда как пастуха сзади идти к стада. А только если они куда-то уклоняются, да, подошел, подогнал их и опять назад зашел. Чтоб ты сзади шел, подгонял их. Все, которые отстают. Сейчас вот телят хорошо нету, больших этих маленьких. Будет маленькие телят, они вообще медленные. С ними сложно очень. Вот этот край подогнал и сразу вот так обходи и тот край начинай направлять. Потому что они сейчас в другую сторону пойдут. Вон туда, вот туда. Через первый мостик погоним. А у нас дорога вон идет насыпная. К первому мостику. Но мы не по самой дороге погоним, а через лага погоним. Потому что они там копытами своими все равно дорогу разрушают постепенно. В лагах сейчас воды столько нету, как раньше было. Тут можно спокойно пройти по ним. Все, сейчас здесь, брат, заходи. Среди крапивы. И вот так вот постепенно подгоняешь, ходишь их. Тут главное цель выбрал, а уже потом смотришь, как гнать их туда, к этой цели. Почему очень удобно пасти, когда идешь на дальнее расстояние? Чем удобно? Тем, что корова устает. Ты ее прогнался хорошенько, она пришла на место и спокойно ест там. А если будешь где-то поблизости пасти, постоянно приходится их кружить на одном месте, чтобы они у тебя никуда не ушли. Как у нас в армии говорили, чтобы солдат меньше думал о доме, его надо занимать работой всегда. Чтобы он праздно не проводил время. Ну и так же вот с коровами, чтобы они... Сейчас туда нагоним, они там найдятся вдоволь. Ну конечно. Кто это такой тут появился? Что нас гоняет опять? Далее расшевелился. Там, где овечки, сильно коров не гони, иначе они бодать начнут сразу. Виталий, в принципе, он сообразительный, сообразит, как пасти. Главное, сейчас я ему сегодня покажу, куда можно гонять, куда нельзя. Если он поймет уже все остальное. Главное, конечно, держать их во внимании, то, что в поле зрения, чтобы были все коровы, у тебя овечки, коровы. Иначе можешь потерять где-то их.
Ну, слава богу за все. Ну вот мы подогнали вот тут вот. Через первый лог проходим большой. Вот Виталий он стоит. Я ему сказал немножко дать направление им через лог идти и стой, жди, когда они пройдут. Потому что сильно их давить нельзя, иначе ноги могут повредить себе. Коровки переходят. Постепенно она пройдет. Вот которые отстали, их подгоняю уже постепенно. Вот овечки прошли. Это вот дорога вот там идет. Вон видно, что. Вот. Со стороны нашего Потеряевки уже. Вон храм вдалеке виднеется. Ветер поднялся. Ну все, бычок, давай, иди. Хватит лопать тут, стоять. Успеешь еще. Вперед. Пошел. А? Ну как, смотри, где это, поменьше воды. Проходи. По кочкам. Может, проскочим. Ищи получше место и обходи. Тут, конечно, глубоковато. Твердые кочки ищи, где можно вступить. Я тоже иду сейчас. Ну, тут более-менее нормально. За счет их камышей. Все, брат, с правой стороны обходи их и в левую сторону их поворачивай. Надо побыстрее, брат, а то они сейчас через дорогу туда уйдут сейчас. Тут не походишь пешком, бегать надо. Они уже пошли через дорогу сразу. Надо было чуть пораньше ему, конечно, завернуть. Сейчас бы легче было уже. Сейчас я ему посоветую. Ну вот так примерно сейчас прямо их туда толкай, чтобы они перешли этот лог.
Все, сильно не заворачивай, брат, их. Иначе они у тебя в другую сторону пойдут сейчас. Сильно не заворачивай, сейчас в эту сторону иди. Чтобы они пошли в ту сторону у тебя, прямо. А они у тебя влево ушли. Цветочки. Интересно, что очень хорошо дыхание развивается, побегаешь когда за ними. Ну и жирок спадывает, если лишний есть. Все, нормально, брат, нормально. Все. Сейчас вот этих подгоняй и все, задних. Когда через лог переходят, не гони их. Пускай постепенно. Когда через лога переходят, не гони их. Постепенно пускай идут. Привет. Видишь, они опять уже уклоняются. Все, брат, вот так обходи в мою сторону, сюда, сзади. Подгоняй их и заворачивай, а то они опять пошли куда не надо. Надо туда, вот туда, прямо. А они... Прямо, он туда. Нет, куда ты пошел-то? Ты на меня сейчас иди. Они у тебя вправо уклоняются. Их надо вот так прямо туда пустить, чтобы они пошли. Обходи с правой стороны. Там овечки уходят. Если хоть одна корова пройдет через камыши, остальные пойдут следом за ней. Вперед, брат, пройди, посмотри, как там с водой обстоит дело. Много там воды, нет в камышах. Я-то хотел, чтобы они там подальше прошли, там вроде поменьше, вот, вон там вот. Они еще уклонились опять сильно. Ну да, здесь они, видимо, не гоняли их, наверное, скорее всего. Хотя вот тут есть проход. А, посмотрим. Ну здесь промыв. Посмотрим сейчас. Надо посмотреть, сколько воды здесь. Если много воды будет, то лучше сюда их не гнать. Ну что, пройдут, да? Пройдут, наверное. Да, брат, пройдут они. Ладно, давай, направляй их сюда. Пройдут. Все, сейчас сзади заходи и направляй их. Они могут и в другом месте пойти. Если пойдут в другом, значит, пускай там идут.
Первый. Второй там, где дорога насыпная, большая, высокая. Увидишь. Вот так же дальше по дороге, вот туда. Через бугор перейдем, там второй мостик будет уже. Это дамба называется, вторым мостиком. Высокая. Ну, конечно, кому охота идти в камыши-то? Все, заворачивай их куда? Овечек-то гони сюда, в эту сторону. Ну да, туда вот их, толкай. О, Виталя побежал. Брат наш. Вот попасешь коровок и поймешь, что такое, чтобы молоко принести домой, чтобы корова принесла молоко в дом свой. Что значит, сколько трудов надо для этого потратить. Когда на лошади, конечно, легче. Лошадь быстрее. Вот он направляет их. Все. А я сюда сейчас зайду. Направление имели в ту сторону. Все, все, Виталь, все, сейчас с этой стороны обходи, остальных подгоняй. Вот так, в мою сторону отойди, и чтобы они сюда пошли, сюда их направляй. Все, с правой стороны заходи и прямо толкай их. Сильно не гони. Все, все, все. Овечек не толкай. Все, они уйдут. Сейчас в левую сторону иди. Подгоняй постепенно. Они сейчас поймут, что ты их туда, вперед толкаешь. Они пойдут. Овечки, ты куда? Смотри, твое стадо, овечи. Но они обойдут, ладно, пускай идут. Им тут проще. Если корову пьют, то пускай пьют. Не гони тогда их. Тут прибыла недавно, была вообще маленькая лужа, мы тут проезжали, когда в Корчино с братьями ездили, дрова кололи. Вообще маленькая-маленькая лужа стояла, сейчас дожди прошли, вода прибавилась опять. Коровки отстали. Ну, еще постепенно научится, с Божью помощью. Молодец. Я ему советовал, говорю, когда через лог переходят, сильно не дави на них, чтобы они постепенно перешли, чтобы не повредились. Вот он потихоньку их подгоняет.
Все, брат, ты можешь сам здесь перейти, если там не пройдешь. Вот у нас жерди наши по цвету флага российского. Белый, синий, красный. Вернее, мы делали красный, синий, белый. В порядке. Да, хорошо развелось тут опять. Я думаю, тут воды мало будет. Вот, много. Витает он в камышах, бредет, не видать его даже. А, коровки идут еще. Вот они. Все, брат, сейчас их вот так вот и туда направляй. С правой стороны обходи и туда их толкай. Да-да, с правой стороны. Вот эти подгони еще немного и все. В сырую погоду почему нежелательно по дороге гонять? Они оставляют эти ямки различные. И потом едешь на велосипеде и подпрыгиваешь на этих ямах. Они дорогу разбивают. Размочаливают. Наверх можешь не подниматься. Вот так с правой стороны обходи. Вот так вот. И все. Что тут? Вот видишь, дорога пошла. Вот это считается вторым мостиком. Все, все, вот так вот. Стой, и пускай они туда направляются, в ту сторону. Через лог. Сейчас подтянутся остальные. Через лог, да? Да, через лог пустим. Вот, видишь, вот это вторая, второй мостик считается. Дамба вот эта вот. Насыпная. Вот я не показал даже. Ему это говорю.
на камеру не показываю. Вот она, вода впереди. Тут должен лог быть сухой. Ну, только что от дождей вода стоит. А так он сухой должен быть. Вот она, водичка. Возле второго мостика мы хотим их через лог провести. Здесь тут тропинки не хожены, и решили для них сделать фарватер, потому что они не хотят идти, всячески подгоняли коров. Они боятся. И вот Владимир для них решил сделать проход. А прямо нет, я иду. Нормально. Ну, все, тебя не видно, брат, уже. Это я в сторону уходил. Нормально, лог сухой. Без воды. Ну и просто они боятся растительности высокой. Думают, что вода здесь. Сейчас попробуем их провести через лог. А там уже пастбище, зеленая трава, вот туда и хотим вести много зеленой травы, чтобы они уже наверняка наелись. Коровы, если пойдут, они страдают. Вот постепенно, вот туда смотри. Направи. Нормально, там от дождя водичка стоит немножко сейчас, а так нет. Все. Через рядом со вторым мостиком, вон там был вот эта вот насыпная. Я там чуть ниже делал проход для них, для коров, но они вот здесь вот сами пошли. Вот они обходят. Брат, еще это? Виталь, сверху овечек. Начинай поджимать тоже. Ага. Конечно, боятся. Ну ты еще можешь уже их подгонять сзади там. Такое зрелище красивое. Друг за другом. И переходят они. Я посмотрел, там воды совсем чуть-чуть от дождей, потому что дамба перекрыла. Все, сейчас сюда уже вода не проходит. Вот они. Овечки любят бугры различные такие. Стоят лопоухие. Ну чё вы, все дышащие, да хвалит Господа овечки. Вперед!
Все, они должны увидеть сейчас. Они, животные, боятся неизвестности. А когда уже дорогу знают, они пройдут спокойно. Давайте, 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 вперед. Туда их поджимай только, где корову прошли. А, они своим ходом пошли. Смотри, как они плотно идут. Дорога вообще будет замечательная. О, давят друг друга аж. Хорош. Вот мы за ними пойдем. Смотри, какая целая трасса получилась. Выгодно, да? Ну да. Ну давай, иди, я тебя поснимаю. Это трасса вообще, смотри, как она. Ну. Как по заказу просто. Вон, брат, смотри, у тебя один блудня. Виталий, вон, один блудня, принимай его. Принимать, да? Да. То есть дать... Я знаю его уже, это тварь такая. Выше только поднимись, чтобы он тебя не боялся. Во, все, сейчас направляй его. Блудня. Во, вот это вы понимаете, дорога так дорога. Ну все, сейчас давай. С правого фланга заходи там. А тут уже воды побольше. Где я проходил, там почти воды вообще не было. А здесь вот побольше уже. Тут, видимо, низинка небольшая есть. А? Блудня-то пришел. Всегда, когда на бугор поднимешься, оглянись назад и посмотри. Кто-нибудь в камышах не застрял, они бывают в камышах, остаются. Так. Идти неохота, видимо. Вот корень солодка, брат. Вот это вот растение, корень солодки. Ну сладкие такие корни-то, ты еще не ел разве чай из них, не пил? И... Он это, очень полезный, в него еще добавляются корни солодки во все лекарства, чтобы не были горькие. Он сам по себе полезный и это, со всеми лекарствами подходит. А ты разве корень солодки не увозил в 2016 году? Нет, да? Ну, значит... А? Ну, похоже, 17-го. Ну, трактор-то да, он... Нет, он в 16-м вроде был. А... Все, сейчас это... Смотри, чтобы они в поле туда не ушли, где... Да, надо вон к березкам гнать. Тут поторопись. Вот бедный брат наш Виталий побегает сегодня. Это не за компьютером сидеть, на клавиши давить. Я 2 года просидел где-то за компьютером. Мышцы у него атрофировались уже в какой-либо работе. Особенно где требуется выносливость. А здесь он и учится постепенно. Ну это первый день. Первые дни кажется как-то все сложно, потому что незнакомо. Не знаешь привычки коров, куда они могут направляться. А постепенно потом их узнаешь, психологию. И с помощью Божьей уже знаешь, где подвернуть, где приостановить, где направление изменить у коров.
Ну вот так вот. Господь мудрит, если будешь молиться. Тут что, хорошо ходишь, молишься, Господа славишь, что-то заучиваешь. Я даже одно время письма писал. Ну, то есть, есть свои плюсы, есть, конечно, и минусы. Минусы начинаются, когда рядом поля какие-то посажены. Или когда сильный ветер с дождем. Они уже против ветра не идут, а идут только под, по направлению ветра. Тогда и сложно удерживать. Ну, ничего. Потянулись. Вот здесь вот клубнички много. На бугре вон видно, что вот она. Клубничка. О, овечки подтягиваются. Ребятки молодые. Следующий шаг. Какой запах-то тут стоит. Запах клубники вообще. Не только клубники. Ну и этой богородской травки тут. Ну перенаправляй. Там-то что? Тоже лог, да, идет? Ну, гнать надо. Только надо посмотреть, какой он. Куда пошли? Отставить. А вот здесь вроде воды побольше. Посмотрим сейчас. Да, брат, тут воды много. Надо смотреть, где воды меньше. Тут воды много. И там перегонять их. Значит, надо вон туда и гнать, наверное. Вот так вот, вдоль туда. Сейчас я посмотрю, как тут что. Ласточки резвятся. Тут да, тут воды много. Тут не пройдешь просто так. Это не знаю. Может пройдет, а может не пройдет. Надо здесь попробовать, здесь сухо вот. Сюда не гоняли, видимо, местные. Мы решили подальше сегодня прогнать их. Все вот так примерно направляй, где я проходил сейчас. Пошли, вперед. Вперед, коровки, вперед. Пошли, вперед. Вперед, 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 вперед. Вперед, коровки, вперед. Шире шаг. Где? Не, вот эти вот должны пойти вон. Вон, пошли. Вон.
Коровки, давайте побыстрее. Все решают. Вперед. Пошла. Потом будет это легче, брат, следующий день уже гонять сюда. Это просто, видишь, первый раз они сложно идут. Нормально потом будет. Будешь знать уже, они уже будут проход знать, они будут ходить уже. Я тебе из личного опыта говорю, что проще будет. Я чувствую, сегодня после обеда начнутся догонялки. О, смотри как. Хорошо. Все, два фланга взял и все, а так все в ночь на эти бега начнут. Оп-оп-оп. Вперед! Коровки, вперед! Ну что встали-то? Вперед! Ну, вперед! Пошли! Ну, пошевеливайтесь копытами своими. Смотри, как ласточки резвятся. Если. Тём, куда? В воду полез? Тогда не дави на него, пускай вылазит оттуда. Брат, брат, овечки уходят. Поверху обходи их. Наверх поднимись и с той стороны на мою сторону гони. Дальше, дальше, дальше заходи. Дальше пройди, а потом сюда гони их. Ну, потащились. Там, не знаю, вода может быть. Что там, как с водой? Ну да, после овечек, да, хорошая дорога получается. Вот почти подошли к тому месту, куда я хотел. Это вот березки. Когда смотришь по Теряевке, они вдалеке виднеются. Вот тоже стоит одинокая красавица. И вот это место мне очень нравилось раньше, когда я гонял коров, пас. Широкий покос большой, и они тут разбредутся, и спокойно можно их пасти тут, наблюдать. Виталя, не трогай больше их, не трогай! Виталий! Виталя, пускай идут, пускай! Отпускай их, отпускай! К березам отходи, к березам! Отходи! Брат, пускай идут на этот, на покос. К березам отходи просто сам, и все. Сейчас пускай идут в ту сторону. Главное, чтобы к полям не подходили. А поля сзади его все.
Все, все, отходи от них дальше. Уходи, пускай они ходят. Здесь им можно. Полная свобода. Так, коробка, вперед. Ну-ка. Все, брат, вот так, прижимайся к березам. А тут им давай свободу, пускай ходят. Ну вот, на какую мы высоту поднялись. Вон там в дальнейшем виднеется вон. Блестящая крыша от это нашего брата Иосифа Устинова, где он на поле построился. Вот, вот домик тоже виднеется. Вот. Вон там даже мой дом виднеется, Калашников, который Калашниковы жили бывшие. Вон белый кирпичный дом. Вот этот сковорящник стоит задом к нам. На нем еще там эта антенна стоит. Вот из такой дали мы сейчас пригнали сюда. Конечно, много уходит времени, сил, но стоит того. Виталий, ты сюда зажимайся. Сюда. Ты их там не зажимай. Пускай идут спокойно. Там вот поля близко, за березками, еще не убраны. То есть здесь надо смотреть уже, чтобы коровы туда не прорвались, иначе погубят много. Это уже вот куда-то направляется. Кустик нашла. Жует. Ну вот. О, тут кроты нарыли. Все пастбище изрыли. Бугра хоть. Вот такие различные кочки образуются здесь.
Все, а сейчас смотри, чтобы коровы туда не прорвались. Все, вот это задача твоя. Вон, видишь, идут. Направление у них прямо. Да есть, почему нету-то? Они... А сейчас они идут, но вот тут рядом. Не-не, они поле почувствовали, ветер, потому что оттуда они запах зерна чуют. Где они в траве? Куда пошла, Лёв? Трава тут есть. Там, где растет. Ну, все, слава Богу за все. Ну вот мы уже перегнали оттуда от березок, сгоняли туда их. Ну, трава там оказалась не очень хорошая. Редкие вот. Уже вот через второй мостик перегнали тут по логам. Второй мостик. И вот сейчас вот. Сейчас вот здесь вот перегоняем через первый мостик. Овечки по дороге пускай идут. А я коров можно через лог перегнать. А там вот уже нас с Игнатьевым встречает. Он тоже с видеокамерой. Спереди подъехал. Ага. Ну давайте, вперед. Шаг. Подтянулись. Они никому не мешают. Тихо, вот, брат, отойди оттуда, она боится тебя. В сторонку еще отойди. Куда пошли? Куда? Коровка. Сворачивай, сворачивай. Сворачивай, сворачивай. Брат, вот эту придержи. Такая игривая. О, следующая. Все, побежали. Брат, куда ты? Чего ты ее трогаешь-то? Брат, ты куда ее гонишь-то их? Ты куда их гонишь-то? Так ты видишь, ты, они боятся тебя, они назад возвращаются. Ну все, по. Вообще.
Они увидели видеокамеру и решили пройтись. О! О, все играются, главное так. Нет, конечно. Но ты ишь, ты вперед забегаешь, они тебя боятся. Надо было сзади гнать и туда давить, в ту сторону. Пошли отсюда. Решает. Пошли, вперед. Вперед, вперед, вперед. Все, мы опять влипли с тобой. Да. Ну что, надо было там прогонять. Видишь, они здесь разрушают. Они разрушают то, что мы делаем. Пошел. Перешаг. Пошли. Привет. Хоп, пошли. Хоп. Перешаг. Подтянулись. Давай, давай, выгоняй их сюда. Пойди. А уже кто-то там велосипед лежит. Они там уже велосипеды облюбовали. Лежат. Видишь, они вот лазят, они тут разрушают то, что мы делаем. Я почему и не хотел, чтобы они здесь шли. Привет! Шериша! Ну вот за камышами прямо. Вот за этими? Да, да, да. Вот за теми, да? Да. Вот найди этого, Владимир Александрович, а он на поле. Я так и думал. Так вы же, я же вам сказал, что я пойду ему помогать. Ну я думал, на один час так и дома. Не. А я залез на там картон забивать, я крест красный-то сделали-то. Ну оттуда вижу и начинаете. Я сюда. Батюшка, куда я мимо еду? Я махал, отстань ты от меня. Дело в том, что мы туда там прогнали, а сейчас, видите, они рванулись сюда. Ну да. Тут... Это ничего, ничего. Они прошли аккуратно, ничего не разрушили. Но все равно нежелательно, чтобы здесь ходить. Ну нежелательно, не всегда получается. Я вижу, как вы старались. Вон надпись-то исчезла. Дождем, а? Видимо, смыло ее. А, что? Каменистое дно сорвало надпись. О-о-о. Надо написать ее. Каменистое дно надо написать здесь. Здесь было. Вот это. А на той стороне есть, да? А ты сейчас замерил бы, какой ширины высоты-то? Вот эту-то? Ну да, чтобы написать и потом привезти сюда и прибить. Ну ладно. Ну ладно. Надо под стекло сделать. Пока никто не разобьет. Ну, молодцы, ребята. Я доволен очень, пришел сюда. Не пожалел. Такая интересная встреча с вами была. А вот там доска лежит еще запасная. Смотри. Кто-то ее отсюда, видно, выкинул. Mm-hmm. По всей вероятности, эта доска была вот здесь, где вот это прибито. Она не прибита так. Видно, коровы. Так. Еще туда полезть его, вытащить ее. Как хотите. Наша доска. Ну вот, слава богу, сегодня отпасли. 3 сентября вот возле лагеря мы уже прогнали. Были мы вон там, возле тех березок, вон, вдалеке, которые виднеются. Вот там пасли.
Ну вот с Виталием. Сейчас вот коров он загоняет. А вещи коров. Коровы заходят тут вот налево у нас. Вот они уже знают. Вот, а овечки туда он идут к складу вот этому большому. С той стороны. Ждет, тоже стоит. Тачку взял, чтобы мордушки забрать, потому что погода, почему-то рыба не идет при такой погоде, видимо. Виталя, загонишь, закроешь, что здесь, что там. Ворота, ворота закроешь за ними. У овечек тоже там. Вон он, с телегой идет. Еще друг другу не дают заходить. Ну все, слава богу за все. Сегодня 3 сентября 2018 года, понедельник. Наняли Виталия пасти. Первый день пасет. Чтобы научить его пасти, вот он, с ним пошел Володя Пащенко. Вот он. Это я издалека. Я нахожусь на первом мостике, хотел дальше пройти к ним туда, а они уже гонят домой. Я там занимался на скворечнике, видно, Володя в руках аппарат. Вот. Палка машет. Но явно, что это не корова. Виталий сейчас загоняет. Это вот трасса, ее вели перед самой перестройкой. И бросили. Вот овечки у него вышли. Он хотел загнать, то ли повернуть, то ли еще. Вот они, овечки у него. Вот это вот трасса. На ней стоят. Виталий бегать научился побольше. Это Виталий, за Виталия там шпана всякая заступается. Ну как Суворов Александр Васильевич говорил, на грязи лечиться едут те, кто не состоялись артисты, или всякая сволочь. И вот это, как говорит Солженицын, пузатая сволочь председателя. Вот это они заступаются за него неуклюжего. А вот сейчас начинает поворачиваться. У нас отец был пастухом, 10 детей. Бабка, матери на мать где-то, сам инвалид войны. И пастухом был, и всех прокормил. Это хорошо платится за это. Он что-то гоняет их. Еще он почему их, видимо, там, чтобы сюда не пустить. Вот где я нахожусь. Вот это первый мостик. Первый мостик. Овечки тут идут. Корова. Ой, бари, 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 бари. Корова. О,
Вот они пошли. Все телята у него. Он хотел сюда не пускать. Где там не удержишь. Не удержит он. Видно, переживает. Не получилось. Они сюда идут. Ну вот, перешли. Овечушки перешли. Вот она у нас. Это какие парапеты из камня. Ну я тут сижу на одной свае. Сваи вот идут. Коровы подошли вплотную. Что-то Володя там носит. Рюкзак, видно, этот. Он с собой как ходят туристы, носят за спиной. И Виталий все время этот саночки, а салазки эти возит. Вот он где. Это Володя. Я тоже решил маленько поснять. Коровы пьют тут хорошо. Боязно, чтобы нога не попала. Ну, что такое? Теги, 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 да коровушки хорошие. Вот они где. Ну, бычок вплотную подошел. На расстоянии 2 метра стоит. Вот какой порос. Ой, серьезный, кучерявый. Вот его телки любят. Телки-то любят его. Вот она рядом подошла. Понюхать надо. Кто тут такое, что сидит? Кто? Но хорошие коровушки. Да вот они подошли у меня вплотную. Да мой велосипед лижут, лижут. Вот они грязь зализывают. Вон, я ехал по солонцам. Вон они как. Ой-ой-ой. А там овечки уже пошли повыше. Ну, ребята, ребята, ну-ка отойдите, отойдите. Рогами-то зацепите. Ну и все. О. Это велосипед они мой облизывают. Не видал такого чуда. Что это, списы нравятся им. Пот мой падал туда. Ну вот я сижу здесь. Видно, вот она моя рваная амуниция. А вот она коровка подошла. Ну, да хорошая моя коровушка, да хорошая. Подошли они ко мне. Эти стоят двое, не знают, что делать. Но. Ой, рот-то разинул. Ну-ка, вы это, помнете у меня список-то, а? Ребята, ну-ка маленько отойдите. Ой, хорошие ребята, да пузатые. Да пастухи хорошие, далеко погнали. Но. Но хорошие коровки мои, а? Но. Вот найди этого, Владимир Александрович, а он на поле. Я так и думал. Так вы же, я же вам сказал, что я пойду ему помогать. Ну, я думал, на один час так и дома. Нет. А я залез на там за картон забивать, где крест красный-то сделали-то. Ну, оттуда вижу, и начинаете, я сюда. Батюшка, куда я мимо еду? Я маха, отстань ты от меня. Дело в том, что мы туда там прогнали, а сейчас, видите, они рванулись сюда. Ну, да. Это ничего, ничего. Они прошли аккуратно, ничего не разрушили. Ну, все равно нежелательно, чтобы. Ну, нежелательно и не всегда получается. Я вижу, как вы старались. Что тут ничего уже не сделать. Надпись-то исчезла. Дождем, видимо, смыло ее. Ах, что? Каменистое дно сорвало надпись. А-а-а. Надо написать и прибить опять. Каменистое дно надо написать. Здесь было. Вот это. А на той стороне есть, да? А ты сейчас замерил бы, какой ширины высоты-то? Вот эту? Ну да, чтобы написать и потом привезти сюда и прибить. Ну ладно. Надо под стекло сделать. Поди никто не разобьет. Ну, молодцы, ребята. О! Виталий пасет. Сегодня первый раз. Вот он сейчас выгнал. Коровы идут по логу, а он впереди. Настоящий пастух. Видишь как? И оперся на палку. Ну все у него подходит. Володя с ним до обеда пас. Володя сзади идет с этими салазками туристическими.
Наверное, подушку взял с собой. Я смеялся. Это Виталиева. И вот. Что-то я овечек-то не вижу, где они. Интересно, а где овечки-то у них? Совсем не видать. Наверное, там проскочили дальше. Все на этом. Вот Виталий пасет первый день. Оказывается, овечки тут никуда не ушли. Они были высокие, их не видно было. Он их придерживает. А Володя где-то вот здесь вот стоит. Ага, вот он. О, Виталий. Сейчас он будет подгонять к нашему музею, против которого воюют некоторые. Неразумно. Вместо того, чтобы сохранить вот это лагерное оазис. Ну, а тут отсюда видно батюшкин дом. Синее покрывало. Сено закрыто. Храмовая крыша чуть-чуть, видать. Вот так. Подгоняют. Я сейчас скорее за тележкой, что они как придут, меня тут встретят, чтобы рыбацкие снасти забрать. Непогода. Сегодня все в рукавичках, холодно. Это 3 число сентября. Вот, Виталий гонит напротив бывшего лагеря. Первый день пасет. Вот я перестрел тут сфотографировать. Кто же там идет? То ли Володя. Загоняет. Ну да, там Володя идет. Я за тележкой бегал. Потому что надо вывести мордушки, промыть дома, просушить. Даже если будем, то свежее лучше идет. Вот это Виталий идет за стадом. Пастух. А пастух это уже почти пастырь. Вот как у нас. Бывает. Попробуй сейчас скажи. Никита пас хорошо. Хуже всех тут пасут свои. Заклепки в уши прекрасные. И ходят. Больше ничего нет. Не пасут так. Охраняют только, может быть, чуть-чуть. Богу нашему слава. Во веки веков. Аминь. Просим, приходите, подписывайтесь. И будете регулярно получать с нашего канала. Благодарим вас за просмотр данного видео. Ставьте палец вверх под этим видео, подписывайтесь на наш канал и нажимайте на колокольчик. Колокольчик будет давать вам возможность узнавать о новых полезных видео на нашем канале самыми первыми.